Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и у нас сегодня обзор второго заказа из четвертого каталога Oriflame на 164 балла. И прежде чем показать, что у нас в заказе, я хочу показать свой подарок. Это долгожданный подарок, кстати, многие даже пишут в личку: Лилия, ну вы получили этот подарок или не получили? Oriflame всегда исполняет все, что обещает, поэтому получили. Итак, студию. Та-дам! Телевизор. Долгожданный, и я очень рада, что мы его получили. Сегодня посмотрели буквально вам видео на сайте, он стоит 35 тысяч. Вот такой вот крутой подарок. Я считаю, что это заслуженно, потому что мы старались, и все у нас получилось. Будем смотреть новый телевизор. И это еще не все подарки, потому что у Oriflame это юбилейный год, и каждый директор получает в подарок вот такую коробочку. И таких коробочек должно быть несколько, они будут приходить в каждом каталоге по одной. И в этом мешочке серия Norhen. Та-дам! О, какой красивый! Вот такой красивейший браслетик. А потом будут приходить в каждом каталоге подвески. Очень красивые. Там ключик, по-моему, сердечко и так далее, и так далее. Сейчас попробую его сама на себя примерить. Ай, не хватает немножко ловкости рук. Очень красивый браслет, слушайте, его даже можно без подвесов носить, он шикарный. Вот, и здорово, что можно увеличивать длину за счет того, что здесь есть цепочка дополнительно. И самое главное, что у меня настолько тонкие руки, обычно все браслеты с меня слетают, а этот, посмотрите, как классно пришелся в пору. Супер, надеюсь, получится все дополнительные подвесы собрать. Коробочка, в которой я тоже люблю хранить все украшения Norhen. Здорово. Итак, что в заказе? Ну, давайте начнем с самого главного продукта. Это wellness коктейль. Я его не планировала заказывать себе, потому что у нас есть кое-какой запас, а вот так получилось, что у Миши папа сейчас лежит в больнице, и врач сказал, что ему обязательно нужен белковый коктейль. Он предложил купить в аптеке, но сказал, что возможно будут какие-то негативные последствия в плане, или как же он объяснил, то ли аллергия, то ли еще что-то, какие-то побочные эффекты. И мы ему дали почитать состав нашего коктейля, он сказал: да, конечно, даже без вопросов, лучше закажите этот коктейль. И мы так и сделали. Так, кто полез в коробку? Поэтому сегодня папе отвезем коктейль wellness. А дальше в заказе два набора, наконец-то. Я в первый заказ забыла их заказать для подруги. Два набора серии Essence and Co. И в каждый набор входит, по-моему, жидкое мыло везде. Да, жидкое, ага, мыло. А здесь что? Жидкое мыло. А здесь тоже жидкое мыло для рук и тела. И лосьон. Чем мне нравится серия Essence Co? Начиная с дизайна, как это красиво оформлено, сразу так выглядит. Ну, классно, в ванную ставишь или на любую раковину, все сразу обращают внимание и говорят: ой, как красиво. У меня даже была ситуация, одна девушка сказала: слушай, а ты флакончик будешь выкидывать, когда закончится? Я говорю: нет, что тебе отдать? Она говорит: да. Так вот, очень классные флакончики, качественные дозаторы, потом долго служат. И что мне больше всего нравится в этих сериях — чудесный аромат. Он такой приятный, натуральный. Здесь в составе входят натуральные эфирные масла, поэтому, конечно, ну, просто невозможное наслаждение. И по качеству не пересушивает кожу мыло. Очень комфортное, приятное мытье, такая нежная пенка. А лосьоны для тела, ну, это... ну, это просто, не знаю, не хватает словарного запаса, чтобы сказать, как это приятно для тела, и кожа становится мягкая, гладенькая. Мне очень нравится, как они впитываются. И, кстати, я зачастую один флакончик ставлю у себя на рабочем столе, потому что я часто пользуюсь
кремами для рук. У меня очень сухая, очень тонкая кожа, я за день много раз, я буквально руки помою, мне надо их намазать кремом, потому что сухость и дискомфорт. Поэтому я беру просто вот так раз, растерла. Мне очень нравится то, что не нужно раскручивать тюбики с кремом, наносить, опять закручивать, а здесь просто удобно. Очень и очень классно. У нас, кстати, сейчас как раз в ванной стоит вот такое жидкое мыло, недавно открыла, удовольствие, каждый раз руки моешь и прям так, ой, как приятно. Далее в заказе у меня еще кошка пришла, лежит тут рядышком, гель для душа, серия Discover, пляжик Калифорния. Классные гели, смотрите, они очень густые, у них высокая такая концентрация, у них маленький расход, тоже они классную пену дают. Я люблю гели в Oriflame. Мне нравится зимой больше использовать крем для душа, потому что он уже идет с увлажняющими компонентами, благоприятно воздействует на кожу, то есть она сразу же мягенькая становится, а уже когда жара и уже не нужно дополнительного питания, то гели идут на ура. Ну, на самом деле у нас одновременно открытые стоят в ванной несколько гелей. Вот сейчас буквально заканчивается клюквенное наслаждение, это крем для душа, и серия Feel Good, по-моему, сливовый стоит, из серии Discover желтенький, даже название забываю, мусс из серии Feel Good, еще, по-моему, какие-то, то есть у нас, еще новый гель, который выпустили к 55-летию Oriflame, с грейпфрутом и лавандовый, то есть у меня сразу куча гелей, я их очень люблю, особенно мне нравится чередовать то одним, то другим по ощущениям и по желанию. Так, еще заказала смягчающее средство, в запас положу, потому что его так хорошо разобрали, и сейчас тоже идет по акции смягчающее средство. У меня, вот знаете, оно улетает на ура, как комплимент. Я его часто дарю просто так, вот, чтобы обратить на себя внимание, чтобы кого-то подбодрить, порадовать. Или просто, когда я узнаю, что человек не знает, что такое смягчающее средство, я просто могу подарить, чтобы познакомить человека с нашей продукцией. Кстати, многие спрашивают, как сейчас вот в этой сейчас в реалии, да, которая у нас происходит, что повышение цен произошло, как клиенты, стало ли меньше заказов. На мой взгляд, да, заказов стало поменьше, но даже, может быть, их и не стало бы меньше, но из-за того, что нет бумажного каталога сейчас, у меня еще и просто я сама не перестроилась, чтобы как-то вот пойти, да, разослать. Я разослала каталог свой, бьюти-чат скинула, но у меня многие не умеют пользоваться, у многих даже просто нет интернета, потому что у меня клиенты зачастую это взрослые люди, пенсионеры, у которых кнопочный телефон, они не знают, что такое интернет, и он им не нужен абсолютно. Поэтому я таким людям всегда приносила бумажный каталог. Естественно, сейчас немножко неудобно мне, пока еще не перестроила их и себя, но я думаю, что это все дело времени. По крайней мере, по объемам заказов у меня примерно так и осталось, то есть до кого я дошла, с кем пообщалась, все заказали. Кстати, много продукции уходит с моего склада, то что заранее уже я приобретала, кто-то просит, я отдаю еще даже по старым ценам, и люди это очень ценят, и я рада, что так получается. Кстати, с распродажи заказала дезодорант мужской Soul, вот знаете, я даже не знаю, как меня назвать, я никогда не ценила этот аромат, ну просто я особо как-то не относилась к нему так серьезно. Заказывали его часто, то есть заказывают повторно, ну думаю, наверное, потому что он большой и недорогой всегда был. Кстати, сейчас я его даже не вижу в каталогах, есть он или нет. И тут я нашла горстку пробников дублирующих там у меня, которые есть, и мужские я дала Мише, говорю, можешь вот их использовать, чтобы не выкидывать, чтобы не валялись. И тут выходит Миша, от него невероятно вкусно пахнет, и я спрашиваю, а чем у тебя так вкусно пахнет? Угадай, он всегда мне говорит, угадай, а я не очень хорошо разбираюсь в мужских ароматах, потому что
Ну, нет у меня такой практики, чтобы у меня было много мужчин клиентов. В основном все равно заказывают женские ароматы. Я, естественно, не угадала. Когда он сказал, что это соул, я была удивлена. Вы знаете, это настолько вкусный аромат, поэтому я сказала, если я его увижу в каталоге или будет по акции где-то, я его тебе обязательно закажу, потому что он нереально классный. У него настолько вот богатая вот эта пирамида аромата, что в любой момент, только ли он воспользовался, да, нанес на себя, через несколько часов или к вечеру, все время вкусно пахнет. А учитывая, что это пробник, он наносит, да, на зоны, на такие точки, где вот, да, там за ушком, а учитывая то, что это пробник, и он не должен быть стойкий, он все равно целый день на Михаиле. Очень вкусно пахнет. Так, что еще заказала? Заказала крем для декольте. Он сейчас идет со скидкой. И знаете, кто меня вдохновил? Прилетает клиентка, забирает заказ свой и такая говорит: слушай, что делать, что делать? Я думаю, что случилось-то? Я говорю: что случилось? Она: что делать, у меня стареет шея. И я говорю: у нас есть крем для зоны шеи, декольте. И посмотрела, кстати, дала ей попробовать. Я говорю: смотри каталог, если что, заказывай. И думаю, надо себе заказать, потому что у меня вот по весу кажется, что во флакончике уже осталось не очень много. Здесь у него объем 75 миллилитров, и у него такая текстура, вы знаете, вот она как полупрозрачная, такая гель, то есть это не крем, а вот такое вот легенькое что-то невесомое. Его надо прям небольшое количество на шею, и декольте я наношу, конечно, хватает его очень надолго. У меня бывает, что крем, например, ночной, дневной уже я обновила, а этот все еще есть, но пусть, думаю, будет в запасе, потому что действительно это такой стресс, когда появляются морщины или видишь, что там дряблость какая-то. Понятно, что это неизбежно, но если можно это отдалить и вообще как можно дальше, то лучше это делать. И я знаю, что крем эффективный, я это вижу по своей шее, вы тоже видите. Мне очень нравится, как работают пептиды, шикарный результат. Но пептиды достаточно дорогие, там курс 7 ампул, и этого же крема хватает на несколько месяцев. Поэтому крем пусть будет, и пептиды буду использовать, главное, чтобы сохранить красоту. Кстати, я не сказала, что этот дезодорант с распродажи я заказала. Очень удобно, когда делаем заказ, переходим на второй шаг в раздел акции, и в этом разделе, посмотрите, там может быть один блок, второй и даже третий, разные распродажи. Есть распродажи недели, есть распродажи на каталог, есть вот какую-то выкладывают в какой-то момент уже длинную такую распродажу. Так вот, я увидела, что там есть аромат Love Potion Secrets, один из любимейших ароматов моей дочки. И есть у меня одна клиентка появилась, которая обожает этот аромат, она его заказывает со скидкой, без скидки, поэтому я взяла в запас. Цены на ароматы тоже подросли ощутимо, поэтому думаю, с такой распродажи надо, конечно, взять, пусть будет. А при этом, что аромат был буквально, по-моему, в прошлом или в позапрошлом каталоге с большой скидкой, 999 рублей, мне кажется, он стоил. И у меня как раз клиентка две штуки взяла. Ну, ей на сколько-то времени хватит, я думаю, наверное, надо тоже ей было сказать. Да? Что акция или нет? Надо сказать, наверное. Так, что я еще заказала? Сейчас по акции идут зубные щеточки для чувствительных зубов. Мне они очень понравились. Вот прям очень. До этого у меня любимая щетка была такая вот фиолетовая, хорошая. Но это мне нравится тем, что есть внутри вот такие силиконовые вставки. И когда чистишь зубы, такой хороший массаж десен происходит. Удивительные щеточки. И они по цене выходят не очень дорого, если сравнивать с хорошими щетками. Я, например, до этого брала в Бруснике себе щетку, как-то вот не было запаса, я зашла, взяла себе щетку, она там стоила 200 с чем-то рублей, она, конечно, классная, там такая большая, но это получается намного выгоднее, и новинка мне понравилась даже больше, чем та дорогая щетка. Так, это еще не все, я заказала себе. Вы знаете, у меня была паника, я как-то пропустила момент, что этот продукт был
в распродаже, и рядом стояли часики, то что этот продукт заканчивается на складе. И потом я просто думаю, как же я пропустила, надо же было его заказать. Почему именно этот продукт? Это румяна в стике Giordani Gold. Это те самые румяна, очень красивые, по-моему, розовое золото называется, которые я использую как базу под тени. Я уже, наверное, третий год делаю этот макияж. Это моя фишка, это мое открытие. Я, конечно, записывала ролики на YouTube, можете посмотреть. По-моему, два или три варианта, как я делаю макияж. Его можно делать очень ярким, можно побледнее. Но те, которые у меня были, они вот практически, они уже не выкручиваются и вот так чуть-чуть выглядывают, как сейчас здесь. А так-то их тут много, если покрутить. То есть мне больше, чем на 2 года хватило. Видите, как их тут? Еще можно крутить. Вот. То есть их тут много, хватает надолго. И именно использую как базу под макияж. И иногда так вот могу, когда уже чуть-чуть подзагораю, то есть кожа становится слегка такая румяненькая, бронзовая, то я еще и на щечки кидаю, сюда чуть-чуть, глазки, и на помаду. Отдельно как помаду использовать невозможно, потому что сворачивается, как-то вот нехорошо выглядит. Но база под тени, вот у меня сейчас тоже макияж сделан именно таким способом, круто. А главное, как быстро, я так тун, пальчиком чуть-чуть растушевала, сухими тенями сверху прошлась, все это кисточкой смешала, и получается такой яркий, необычный макияж и очень стойкий. Если их, конечно, одни нанести, тоже красиво, но свернется, потому что это жирная текстура, а вот именно под сухие тени получается необыкновенно. Так, заказала еще 2 пробника, новый гель CC, тональный гель, как он правильно называется, CC гель, просто увлажняющий CC гель, совершенствующий тон кожи. На складе был только один оттенок, и у меня как раз попросила знакомая попробовать, и говорит, хотя бы просто попробовать, как он будет на коже. И я схватила, вот один взяла себе, потому что мне на обзор прислали 2 пробника другие. И я подумала, как будет классно, если у меня хотя бы будет 3 варианта, хотя их всего 4. Вот здесь у меня медиум написано, не знаю, какой это цвет. И завершает обзор вот эта парочка. У меня заказали новую тушь 360 градусов. Тоже она у меня сейчас на ресницах. Я обожаю эту тушь. Я не знаю, вы уже попробовали или нет, напишите отзыв свой в комментарии. Я, честно говоря, не представляю, кому эта тушь может не понравиться, учитывая, насколько мои ресницы капризные, как им трудно подобрать щеточку, чтобы она с ними справилась. И эта щетка просто моя любимая. Еще мне нравится вот этот угол, то что мне так удобно красить, то есть не вот так держать щеточку, а вот я держу так, она уже с изгибом, это просто удовольствие. И помада идет по акции, посмотрите, с эффектом металлик и ультракремовая 5 в 1, они идут с большой скидкой к этой туши. И я заказала себе пыльную розу. Я так давно мечтала об этом оттенке, я вам даже передать не могу. Код 37652. Мне эта помада очень нравится. У меня есть 2 оттенка, один очень яркий, винный, по-моему. Он мне редко-редко когда подходит, я не очень люблю яркие помады просто так в жизни носить, у меня обычно что-то мягенькое, нежное, нюдовое. А вот как раз нюдовые у меня на каждый день. И моя любимая из этой серии — розовое дерево. У меня даже 2 так получилось, одна из старой коллекции, одна из новой, и обе в работе, одна в сумочке лежит, одна на моем косметическом столике. А теперь еще будет пыльная роза, попробую, запишу маленькое видео и прямо вот в YouTube выложу, чтобы вы увидели, какой классный цвет. Вот и все, весь такой вот мой заказ небольшой. Ну, достаточно большой, 164 балла, еще подарки. Мой классный браслетик и телевизор. Я очень рада. Пишите в обратной связи в комментариях, что понравилось, что вы сами любите, чем пользуетесь, что рекомендуете другим. Какие у вас отзывы на тушь? Пробовали ли вы когда-то делать макияж с румянами по моей рекомендации? И до новых встреч! Всего вам доброго, самого классного. Пока-пока.